just play games. I know there's plastic love. Dance to the plastic beat. Another morning calls. В этом году я наконец-таки закончила школу. Могу сказать, что определенно именно школьный этап завершен. И теперь начинается новый этап поступления в университет. И я думаю, те, кто давно меня смотрит, вы знаете, что я училась в домашней школе интернет-урок. И я вам постоянно о ней рассказываю, потому что решение о переходе на домашнее обучение в интернет-урок одно из моих самых лучших. Я не знаю, как бы я совмещала учебу, свои хобби, работу, блогинг и при этом не в ущерб учебе. Плюс я закончила школу быстрее, потому что перешла в интернет-урок на экстернат. Сейчас школа активно обновляет сайт, все для того, чтобы ученики смогли оперативно находить нужную информацию и в целом вам было комфортно ориентироваться по учебной платформе. И, кстати, в домашнюю школу интернет-урок можно перейти не только на постоянное обучение, но а также просто подтягивать свои знания по тем или иным предметам. У них есть различные тарифы, так что если вы хотите подтянуть свои знания по какому-либо из предметов, то советую также присмотреться. И самое крутое, что при регистрации вам дается бесплатная неделя пробного доступа для того, чтобы протестировать всю платформу, понять, подходит вам такой формат или же не подходит. Вы, кстати, можете задавать мне вопросы касательно домашней школы интернет-урок, как вообще происходило все обучение. Я постараюсь поотвечать в комментариях. Плюс я также неоднократно рассказывала в своем телеграм-канале. Вы также там можете задавать вопросы, потому что очень сильно облегчило жизнь после перехода на домашнее обучение. И я, правда, не знаю, что бы я делала, если бы я училась в обычной школе и не перешла бы на ДО. Мне кажется, сейчас всего бы вот этого вот не было, и я бы не смогла снимать. Так что я оставляю всю подробную информацию внизу в описании. Обязательно переходите, смотрите. Ну и не забывайте про пробную неделю. Все в описании, обязательно переходите, смотрите. Ну и приятного всем просмотра. Сегодня 30 июля, я не снимала влоги больше 2 месяцев. Наконец-то закончилось время дождей, наверное, где-то недели полторы-две. Был каждый день ливень, и вот сегодня первый день, когда солнечная более-менее погода. Когда я начинаю снимать, когда я долго не снимала, у меня всегда настроение вот такое. Хочется шутить шутки. Но, по-моему, над этими шутками смеюсь только я. В целом ничего нового, но в обычной жизни всегда в целом точно так же. Я уже более-менее собралась. Я сегодня очень мало спала, потому что всю ночь смотрела китайскую дораму. Я не помню, когда в последний раз я настолько заинтересованно смотрела дораму, потому что эта дорама — это что-то с чем-то. Мне безумно нравится. На самом деле, пока меня не было, я все постила в Инстаграм. Ссылочка на него внизу в описании. В свой Телеграм. В Телеграме я вообще супер часто. Там постоянно какой-то движ происходит. Сами знаете, что делать. Все ссылки на все соцсети внизу в описании. Если хотите видеть больше контента, если хотите следить, то подписывайтесь. Йоу. Блин, какой кринж. Ну, как бы уже слово кринж, это тоже кринж. А, замена слова кринж, какая интересная. Есть какая-то замена, кстати. Ау. Я чувствую тревогу. У меня атаческая паника начинается. Он посмотрел на меня сразу как на девушку. Жалко, что все. Возможно, я для него вечная что. Блин, я надеюсь, они в этой серии хотя бы ручками соприкоснутся. Уже 15 серий прошло. Уже можно что-то начинать. Давайте. Быть не может. Да может! Ну, в принципе. Вот ты тормоз! Да ведь? Какой. Слушай, я тебе матерью клянусь. Всегда же один газ, другой тормоз. А тут оба тормоза. Какой кошмар.
Перед вами гений. Потихонечку буду собираться ко сну, еще посмотрю, наверное, серии 2 дорамы и к 12 лягу. Доброе утро! Динара давно хотела сходить в рамен. Я была в рамене вчера, но она очень хотела сходить в новый рамен. А я, кстати, для него снималась. Ой, я вам еще покажу фотки. Гляньте, как pretty. Долго мы, конечно, снимались. Вы просто зацените эту укладку и мейк на съемку. Я obsessed a little bit. Красотища. Такие вайбы. Так как вы знаете, что я всем сердцем люблю рамен, мы с ребятами сделали для вас промокод DAISY на минус 20% на все меню во всех рамен с 23 августа по 5 сентября. Так что не упускайте возможность вкусно покушать и воспользоваться промокодом. Thank you.
It's midnight, we're going all night. Can you pass a drink to get the vibe right? Don't feel like having a Bud Light. A tequila with some salt and lime. Oh my, am I alright? Thanks for asking, doing just fine. Can I say that you're looking real nice? We'll have to chat right now before I get high. When you came into my eyes, I feel like I'm on. Скину меня, не поймут. Да. 300 рублей сейчас. Ну просто все. 5 дошираков? 300 рублей можно неделю жить. На дошку. Да. 30 дошираков. Сейчас. А сколько упаковок гречки? Гречки, риса. Давай. The way you bite your lips, blush and smile you give. You're just so stunning. I know that something special made me think about you, about you.